Александр, как ощущения? Ой, если честно, вообще просто в восторге от того, что я приехал сюда, вот уже 4-й год езжу. Ну, просто вот, ну не знаю, словами не передать. Вот сейчас вот хочу прям поехать в массовом забеге и ощутить еще те чувства, которые были ранее. 4 года назад подряд, вот ощущения просто обалденные. Первый раз участвуем в таком мероприятии именно в лесу. Немножко, так скажем, волнуемся, потому что ребенок у нас побежал один в этот раз в лесу. И вроде как уже 40 минут его нет, даже больше. Пошли вот сейчас его искать. Ну, параллельно свою карточку и его. То есть, может быть, где-то сейчас встретимся. Мама занималась карате, а папа занимался боксом, а бабуля просто спортом, а дедушка хоккеем. Я готовилась на палке дружбы и бегала с папой на пинганке.